Всем привет! В данном видео разберем, как быстро найти результаты участника. Для этого нам нужно перейти на основную страницу конкурса, выбрать раздел «Таблица участников», просто наведя на него, и выбрать нужный сезон. Немного подождать, когда загрузится страница. Далее нужно немного опуститься вниз. И здесь мы видим разные направления. Выберите направление. Можем на них понажимать и увидеть, что у некоторых направлений есть дополнительные направления, номинации. Если нету, значит, можем производить поиск, как будет далее по инструкции. Но мы разберем более сложный вариант, например, направление арт. Здесь мы видим несколько номинаций. Выбираем нужную номинацию. Если мы не нашли нужную номинацию, выбираем other nomination. Далее мы видим внизу таблицу. Теперь как быстро найти участника. На клавиатуре нужно набрать Ctrl-F, и появится вот такое дополнительное меню, в котором мы можем набрать фамилию или имя участника на английском языке. Также в это меню можно попасть вот через три точки. У меня Google Chrome, они находятся вот здесь. В вашем браузере это может быть просто дополнительное меню. Нажмем сюда, и здесь есть пункт «Найти» и подсказка Ctrl-F, точно так же нажимаем. Вот здесь можем вводить FIO или имя участника на английском языке. И поиск нам предлагает несколько вариантов. Этими стрелочками можем перемещаться по этим вариантам и смотреть нужные результаты. Теперь рассмотрим вариант, как найти результаты участника, если мы используем мобильный телефон. Для этого точно так же нам нужно зайти в браузер и в браузере перейти на основную страницу конкурса. Далее нажимаем на вот эти три полосочки и переходим в вот такое вот меню. Здесь нам нужно выбрать таблицу участников. Нажимаем сюда и выбираем далее требуемый сезон. Загружается страница. Опускаемся немного ниже и выбираем направление. Нажимаем сюда. Точно так же, если в этом направлении есть несколько, скажем так, направлений номинаций, у вас появится вот такое вот еще подменю. Нажимаем на него. И здесь уже выбираем нужную номинацию. Далее нам нужно немножко подняться по странице вверх, чтобы увидеть вот эти три точки. Нажимаем на них. И мы видим вот такое вот меню. Здесь есть «Найти на странице». Нажимаем сюда. Появляется такая строка, в которой мы можем ввести фамилию или имя участника. Начинаем ввод. Нам уже предлагает поиск вот такие варианты. Вот уже три варианта у нас есть. Этими стрелочками мы можем перемещаться по поиску и находить нужные результаты. Всем спасибо!